14 января 2021 года президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев заложил фундамент дороги Физули-Шушана на 27 километре от дороги Ахмед-Бейли-Физули-Шуша, а также аэропорта в Физулинском районе. Основная цель этого аэропорта – обеспечить приезд иностранных гостей в Шушу. Город Шуша объявлен культурной столицей Азербайджана. Дан старт работе по восстановлению города Шуша и возвращению его исторического облика. В целом, с окончанием войны прошло всего 2 месяца, но уже дан старт большой создательной работе, большое возвращение начнется. Дан старт всем работам. Президент отметил, что мы уверены, что за короткий срок, всего 44 дня, изгнали врага из наших земель. За короткий срок восстановим исторические земли наших предков в Карабах. Затем Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и Лейла Алиева прибыли в Шушу. Президент Ильхам Алиев поднял в городе Шуша наш великолепный трехцветный флаг. Президент встретился с военнослужащим и выступил, что 8 ноября вечно останется в истории нашего народа. Освобождение Шуши от оккупации требовало большого героизма, профессионализма, национального духа. Азербайджанские военнослужащие продемонстрировали все эти высокие качества. Я приехал в Шушу по пути победы. Эта победа открыла нам все дороги. Эта дорога открыта сейчас. Пройдя через горы, леса, ушелья, преодолев расстояние 10 километров, героические азербайджанские военнослужащие по пути освободили от врага села, поселки, приблизились к Шуше, освободили от оккупантов вначале село Дашалта, затем Шушу. Освобождение от оккупация явилась самым большим ударом по врагу, поэтому враг считал, что освободить Шушу невозможно. Наверное, в определенном смысле был прав, ведь Канахали хан основал этот город так, что все окружающие города Шушу, отвесные скалы и природный ландшафт защищают Шушу. В то время в Армении назвали свою операцию 8 мая 1992 года так называемую операцию «Свадьба на горах», хотя никакой свадьбы и операции не проводилось. Шуша была покинута. Сейчас мы устроили им такую свадьбу, что они навеки запомнят этот урок. Героический сын Азербайджана, проведя совершенную операцию и продемонстрировав смелость, доблесть, героизм, силу, национальный дух, освободили Шушу от оккупантов. 8 ноября в Шуше был поднят азербайджанский флаг. Мы пришли сюда сражаясь. Никто не отдал нам эти земли просто. Оккупационные земли были освобождены кровью азербайджанских шахидов. Весь мир говорит о нашей победе. 44-дневная война нашей доблестной армии – это война 21 века. Мы всегда готовились к этому и не скрывали это. И мы сделали это, пошли до конца, изгнали, и враг был вынужден 10 ноября 2020 года подписаться акт о капитуляции. Таким образом, войне был положен конец. Эта война навечно останется в истории нашего народа. Мы одержали победу ценой крови жизни наших шахидов, благодаря отваге наших военнослужащих. Да упокоит Аллах душу всех наших шахидов, да не спошлет Аллах терпение к близким. И все семьи шахидов окружены заботой государства. 1000 военнослужащих, проявивших героизм в войне, награждены орденами и медалями. Мы народ победитель. Мы восстановим Шушу и все остальные наши исторические памятники, исторические города. Мы должны видеть Шушу как зеницу ока. Наши военнослужащие, наши героические сыны будут охранять Шушу, чтобы враг не осмелился глядеть в эту сторону. Бюсты Натавана, Бульбуля и также Зира Гаджибели вновь установлены в Шушу в прежних местах. В рамках поездки в Шушу президент с семьей побывали в Джидурдузе. Нашу Шушу невозможно представить без Джидурдузе, а Азербайджан без Шуши. Президент также посетил семью мечети и подарили в мечеть священную книгу Коран. Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, а также их дочь Лейла Алиева были приглашены к чаю на Джидурдузе. Чай в стаканах армуду с пахлавой на Джидурдузе. На радость друзьям и на зло врагам, сказал Ильхам Алиев. Карабах наш, Шуша наш. Карабах — это Азербайджан.